Друзья, добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы с вами разберем очень красивую, простую, классическую песню Иоганна Себастьяна Баха, ну, если быть проще, точнее сказать, сюиту для виолончели. Только мы будем играть ее на фортепиано. Я вас уверяю, что спустя 10 минут за фортепиано вы точно сможете ее сыграть, даже если вы не знаете. Ну что, попробуем с вами. Значит, я вам ее сыграю, а потом будем разбирать нотки. Красиво, да? Думаю, вы все слышали эту песню. Значит так, мы нотами не пользуемся. Значит, это у меня особый вид видео, когда я не показываю ноты, а мы учим песни по названию нот, по буквам. Значит так, ноты А, Б, С, Д, Е. Мы начинаем отсчет от ноты А, ля, то есть А, Б, С, Д, Е, Ф, Г. И, так сказать, мы начинаем песню в нижнем регистре. То есть вот я сижу, мой центр фортепиано. Я немножко смещаюсь вот сюда. И тут мы будем с вами начинать. Можете просто послушать по звуку, по звучанию. Итак, мы играем ноты, так сказать, не вместе, а именно вот по очереди, каждой рукой. Начинает левая, подхватывает правая, потом левая и правая. Ну что, смотрим ноты. Г, Д, Б. То есть мы условно играем вот эти вот нотки. Смотрите, заучите эту формулу, потому что дальше она будет повторяться. Дальше. Нотка Г остается на месте, а две верхних нотки перемещаются вверх. И мы эту же формулу играем от этих нот. И второй раз повторяем. Супер, да? То есть первая формула, вторая формула. Что у нас в третьей формуле? Значит, эти нотки остаются на месте. Средняя нотка ползет на нотку F диез. И получается так. Смотрите, если вам неудобно держать та-та-та-та-та, отпускайте мизинчик, пусть он у вас не напрягается. И играем. Итак, снова первая формула, вторая формула, третья формула. Ритм можно первым. Первым пальчиком. Ставьте на паузу, отрабатывайте. И последняя формула, третья формула, нижняя нотка на месте. А эти у нас как бы сузились внутрь. Четвертая формула. И в конце нотка Г. Мы нажимаем как завершение. Смотрите, мы можем повторить это все дважды. То есть раз. Сыграли все вот эту вот нашу в 4 формулы и снова повторили эти 4 формулы, и получилась очень красивая песня. Ну что, просто? Конечно же просто. Ставьте видео на паузу и поработайте над этими 4 очень простыми формулами, и я думаю, да, почему? Я верю в вас, что через 10 минут вы сможете спокойно ее сыграть.
Ну что, напишите, как вам такой формат видео? Это для меня новое, честно. Я такое делаю впервые на своем канале. И напишите, как лучше, когда мы по буквам учим или когда я показываю нотки. Вот, допустим, я недавно делала маленькую ночную серенаду. Жду ваших ответов в комментариях. Ну, а вы подписывайтесь на мой канал. И, кстати, у меня есть Инстаграм, где я рассказываю очень много всего интересного. Ну, и вообще о музыке и о жизни в целом. Ну, а я с вами прощаюсь. Подписывайтесь все-таки на меня, на мой канал в Инстаграме и в Ютубе. И встретимся в следующих видео. До встречи!